Что, даже на чай не дашь? На чай? На чай не дам. Только на водку. Закрой дверь с той стороны. Вежлив, как всегда, Джоуи. Просто вали уже нафиг отсюда. Эй, жена, хочешь ко мне? Эй, тут и втроем можно. Балаганчик Барбаро, у вас деньжата, у нас девчата. Вито, это Генри. У нас проблема. Что за проблема? У меня был Эдди. Карло узнал про сделку и прислал Эдди за своей долей. Сколько? 60. Черт, так много! И что нам делать? Не знаю. Нам не хватит даже расплатиться с Бруно. Давай встретимся в парке, не телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. Джо, двигаем. Что? Зачем? Пошли, Джо, по дороге расскажу. Ладно, девочки, заприте за собой. У нас с Вито дела. Так что за хрень творится? Это Генри звонил. Карло узнал про сделку. А, черт! А про нас он в курсе? Не думаю. Поговорим в машине. Куда направляемся? Линкольн Парк. Генри, встречаемся? Да. Ладно, и что он тебе сказал? В порядке? Вроде да, но Карло забрал свою долю. Мать, Генри так и говорил, если он узнает. Да, теперь у нас не хватает денег, чтобы отдать долг Бруно. А, черт! Что же нам, блин, делать? Я не знаю. Соберемся, что-нибудь сообразим. Ну да, Генри придумает что-нибудь. Генри в последнее время сам не свой. Прямо... Какого что хрена? Тут происходит? Черт, это Генри! Чем это они его бьют? Способен, а, Вито? Да они больные нахрен! Дьявол! Кто же на такое способен? Сам как думаешь? Черт, Генри! Ты глянь, Вито! Ты веришь своим глазам? И денег нет.
Джо, пойдем. Пора сматываться. Генри, копы займутся. Это же тот тип, что продал нам дурь. Вон! Людей по-разному убивают. Пули бы хватило. Ой. А эти уроды, они на голову больные, Вита! Они, блин, сдохнут! В смысле? ДТП, водитель хочет скрыться! Так. Прямо посреди парка. Я же сказал, больные они. Преследую гонщика! И лапшу покрошу. Я что хочу сказать? Мы же даже не знаем, сколько их там. А? И плевать мне на это. Эй, Генри уже мертв. Хочешь следом за ним отправиться? Надо делать по уму, Джо. Плевать мне, как что делать. Главное, чтобы они все сдохли, уроды. Хорошо, слушай. Их там точно больше, чем двое. И что? Чем больше, тем лучше, мать его. А нас пока что только двое. Можно, конечно, позвонить Карлу, рассказать, что у нас тут творится, и попросить подогнать сюда ребят. Ладно, ладно. Просто пообещай, что не будешь стрелять во все, что движется. Надо делать все по уму. Понял? Пошли. Пошли, прикончим его, пока он не смылся с деньгами. Погоди, нам понадобится огневая поддержка. Мы можем пойти к Гарри или перебить козлов прямо сейчас. Тебе решать. Извините, тут только для членов клуба. Получи членский взнос! Черт, Джо, можешь меня хоть раз послушать? Не могу! Видел, что они сделали с Генри? Мать твою! Почему было просто башкой в гости не постучать? Отснись! Убери ублюдка за стойкой! Переходи на клубу! Скажи, боссу я иду за ней! Они сверху палят! Куда он делся, а? Ну, кто вас, придурков, стрелять учил? Куда ты ранен? Давай, Вита, быстрее! У него пушка! Три парня на лестнице! Да не ломай! И ты еще четверо! Там!
по мне! Мне это понравится! Он уже мертв? Покажи уродам, с кем связались! Выходи, откуда же все эти уроды лезут? Туда, до Китая? Спокойной ночи, Чарли Чан. Остался последний. Это вам за Генри, подонки! Ладно, иди первым, Вита. Тебя попасть сложнее. Спасибо, жердяк. Эй, ты же говорил, все делаем по уму. Смотри, кто там? Ты его достанем. Эй, оставь мне пару ублюдков. Черт, это было больно. Вита, давай в темпе. Надо найти воду. Где этот чертов мерзавец? Он наверняка где-то здесь. Ты так. Ну уже, мелкие ублюдки! Господи, боже, они все лезут и лезут. Ты там еще. Это не важно, пули меня. Последний. Тихо, Вита. С каких это пор ты шуметь не любишь? Их там слишком много. Давай снимем его тихо и чисто.
моя сестра. Сразу разговариваю с тобой, Соня. Давай, придумай что-то, быстрей! Погнали! Ха-ха! Все, что ты можешь! Я захожу. Ну все, это последнее. Вот видишь, все не так плохо, да? Да, но если нас узнают, и об этом услышит Карло. Поэтому свидетелей не будет. Тут внизу еще наверняка кто-то есть. Готовься. Косоглазый! Чего вам тут нужно? А сам ты как думаешь, что нам нужно? Мы хотим знать, зачем ты нашего друга убил. И еще деньги, которые ты у него забрал. У меня не было выбора. Ваш друг был информатором. Ты чего? С катушек съехал? Наш человек в бюро наркотиков сообщил, что Генри Томасино передал им информацию о нашей сделке. Врешь, сука! Ты говоришь, Генри был крысой? Да, он был крысой. Бред какой-то. Вообще чушь. Наверное, с той подставой, что с нами случилось после сделки, ты тоже не при делах, да? Мы что, стали бы так глупо рисковать, уничтожать собственный завод? Еще одна причина от вас избавиться. С самого начала от вас были проблемы. Вот как. Ну, теперь все твои проблемы позади. Так где наши деньги? Их тут больше нет. Что? Где они, мать твою? Не могу сказать. Если сейчас не скажешь, я твои желтые мозги по всей комнате размажу. Если я вам скажу, то меня убьют. Что ж, твой выбор. Ты с ума сошел? А чего ты хотел, отпустить его? А вдруг бы он разговорился? Да к черту, он ничего бы не сказал. Они, ребята, крепкие. Давай валить отсюда, пока копы не набежали.
Боюсь, они не скоро теперь откроются. Было бы время, я сжег бы все к чертовой матери. Вита! Мать твою, ну уже, Вита, валим отсюда! Их слишком много, быстрее, найдем тачку! Живым не берем! Понял. Я захожу. Хорошо, сбросили. Понял. Я захожу. Отвези меня домой, Вита. Ох, и Это был трындец, да? Ну да. Не хочу говорить об этом. Отвези меня обратно на хату, а? Ладно. Ты водишь прям как моя бабушка. Ладно, не так все плохо. Это прям как девка. Эта сделка сплошной геморрой. Это мне говоришь? Генри мертв. Деньги потеряли. Перебили столько китайцев. А если они решат, что мы от Карла, значит, будет война. Попали мы. Да. А если Карл узнает, что это мы, то... А если Генри правда был крысой? Не может быть. Не смей так говорить. Ладно, сперва добудем денег для Бруно. Хоть это уладим. Но на сегодня хватит, мне надо выпить. Завтра позвоню, будем решать. Ладно. Ладно, до встречи. И, Вита, будь осторожен.